купить виллу в Валании за 50% от стоимости – это не миф, это реальность. Всем привет! Вы на канале Арбат Хомс, и с вами Альбина с Казахстана. Все, я не перестаю удивляться красоте Турции. Эти горы, море, зелень, свежий воздух. И на объекте, в котором мы с вами находимся, имеет этот красивейший вид. Посмотрите сами. Этот премиальный комплекс вилл находится в перспективном районе Демиртаж. Панорамный вид на Средиземное море и закон данной виллы поистине захватывает дух, предлагая вам оазис спокойствия от нашей динамичной прогрессивной жизни. Здесь соседствуют аутентичные деревенские дома и современные комплексы. В Демиртаже вы всегда сможете попробовать свежие фермерские продукты – козий сыр, домашний творог, парное молоко. Этот район дает возможность разместить виллы на первой береговой линии, что невозможно в других районах из-за плотной застройки. Именно поэтому это уединенное место так полюбилось собственникам вилл, среди которых много иностранцев. Данный комплекс вилл находится всего в 500 метрах от моря на возвышенности, где открывается потрясающий вид. В комплексе всего 5 вилл, каждая из которых занимает площадь 674 квадратных метров и жилой площадью 375 квадратных метров. Каждая из вилл состоит из двух этажей и имеет собственную садовую территорию, бассейн, детский бассейн, джакузи, парковочное место и многое другое. Приглашаю вас на обзор данной виллы, в которой мы сейчас с вами находимся. Прежде чем мы начнем, хотела сразу вам сообщить, эта вилла уже сдана, она продана, и здесь есть мебель, но в виллах, которые мы будем продавать, они без мебели. Это такая иллюстрационная картина. Сейчас вам показать, как это примерно будет все выглядеть с мебелью. Давайте я покажу вам с торца, да, как мы входим в квартиру. Мы сейчас находимся на первом этаже. Здесь у нас на первом этаже находится зал, совмещенный с кухней американского типа. Здесь у нас есть островок, отдельный столик. И также на первом этаже у нас находится гостевая спальная комната и гостевой туалет. Хочу напомнить о том, что полы все теплые, потому что они оснащены подогревом полов на обоих этажах. И, кстати, я забыла вам сообщить, когда со входа вы заходите, здесь вас приветствует огромная красивая люстра, которая висит, свисает со второго на первый этаж. Давайте пойдемте на второй этаж и посмотрим, что же у нас стоится на втором этаже. Здесь, кстати, мраморные лестницы. И вот мы с вами находимся на втором этаже, где расположены три спальные комнаты. И вот эта вот прекрасная световая инсталляция. Здесь же есть у нас вторая световая инсталляция, очень красиво все смотрится. Давайте начнем с первой спальной комнаты. Хотела отметить также, что каждая комната имеет свой санузел. И вот я нахожусь в одной из спален. Как видите, она такая просторная. Здесь, в принципе, все вмещается. Этот красивый шкаф такой вместился сюда. Можно поставить все свои вещи. Санузел. В каждой комнате санузел. Такая кровать-полторушка. В других спальнях есть, в принципе, king size, queen size beds. Все вмещается. Давайте пройдем дальше, посмотрим другие спальные комнаты. Вторая здесь классная комната. Можно ее устроить для детей. Две отдельные кровати для детишек. Здесь у нас также шкаф, такой очень интересный, вместимый. И обязательно в каждой комнате санузел. Мне это, кстати, очень даже нравится. А теперь пройдемте в мою самую любимую комнату. Это мастер-бедрум, большая. Здесь у нас кровать с потрясающим видом на море, горы, со своим балконом. А также у нас здесь самое интересное для девушек. Это комнатка гардеробная. Да.
момент такой, Кэрри Брэдшоу. И дальше, кстати, немаловажное в этой комнате, это джакузи. Смотрите, джакузи с видом на море. Вау! Представляю здесь купаться и смотреть на вот такой потрясающий вид. Шикарно. А отсюда, кстати, тоже можно выходить на балкон. Сюда еще дополнительно поставить столик со стульчиками и утром просыпаться, завтракать и смотреть на этот прекрасный вид. И вернемся к началу нашего видео, где я упомянула 50% от стоимости. Сейчас я вам этого не буду говорить, но вы мне напишите по телефону на экране, и я вам все персонально объясню, расскажу план оплаты. А с вами была Альбина, и всем хорошего дня!